Генеральный партнер программы «События дня» – компания «Металлоинвест». Здравствуйте, в эфире «События дня». Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни региона. Историческая победа. Курская «Динамо» завоевала титул чемпиона России по баскетболу. В атмосферу матча окунулся Станислав Костиков. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Курской области отремонтируют больше 90 километров дорог. Какие улицы обновят в этом году, рассказали на пресс-конференции в городской администрации. На ней побывала Мария Колосова. Когда соперник – огонь. В Курской области отмечают День пожарной охраны России. Слова благодарности за нелегкий труд курским огнеборцам выразил Роман Старовойт. Кристина Горлатых присоединилась к поздравлениям. В Курском ТЮЗе премьера. Сказка про фарфорового кролика, который не любил никого, кроме себя, уже покорила сердца первых зрителей. На спектакле побывала и Диана Горяйнова. Начнем с новостей спорта, но событие – легенда. Большая победа и праздник для болельщиков со всего региона. Курская «Динамо» впервые в своей истории стала чемпионом России. Судьба трофея решилась в четвертом матче финальной серии. Нашим девушкам противостоял извечный соперник и гегемон турнира последних лет УГМК из Екатеринбурга. «Динамо» против УГМК – классика женского баскетбола. Высочайший уровень игры, накал страстей и яркие эмоции – обязательные атрибуты встреч этих команд. Поболеть за своих в Курск приехали полсотни фанатов из Екатеринбурга. Когда мы приехали, мы очень переживали. Сейчас мы пообщались с вашими фан-сектором. И достаточно дружественная обстановка, как будто бы мы не соперники, а просто какие-то друзья, но болеем за разные команды. Но все мы любим женский баскетбол. Город сам по себе добрые люди, очень добрые. Мы общались с таксистами, с болельщиками «Динамо», очень хорошие люди, со всеми приятно общаться. Вереница из курских болельщиков появились еще за час до начала матча. Любители баскетбола отпрашивались с работы и откладывали важные дела, чтобы поддержать любимую команду. Ну, я надеюсь, что основная команда «Динамо» поддержит почин «Динамо Фарм», который сегодня победил в чемпионате Суперлиги 1, с чем мы поздравляем, конечно, наших девчонок, да, тренерский победой. Штаб. И надеемся, конечно, что победим Екатеринбург. Давно уже пора, и мы это сделаем. Да, я думаю, что все ждут, вся страна ждет. Мне кажется, что сам Екатеринбург ждет, когда же уже наконец-то закончится их гегемония, и мы все, ну, в ожидании победы. Я думаю, что все уже запаслись шампанским. Я даже знаю, что люди запаслись шампанским в преддверии победы. Как бы, ну, загадывать такое себе, но мы верим, мы надеемся. «Динамо» чемпион, лучше. Перед началом матча на трибуне появился огромный триколор. Более 2000 болельщиков обеспечили команде огненную поддержку. Среди зрителей глава региона Роман Старовойт. С первых минут матча увереннее действовали курянки. Хорошо отработали в защите и организовали комфортный отрыв. В начале второй десятиминутки «Динамо» добилось преимущества в 19 очков. В третьей четверти лисицы сократили отставание. Атмосфера искрила как на паркете, так и на трибунах. Болельщики всех возрастов из разных уголков региона гнали команду вперед. В заключительном периоде стало понятно – наши девушки победу не отдадут. И вот долгожданная победа. Счет 76-58. Теперь эмоции можно не сдерживать. Чемпионский кубок остается в Курске. Одним из первых команду и болельщиков поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт. Непростой сезон позади. Проведена огромная работа. Теперь настало время наслаждаться победой. Эмоции просто потрясающие. Хочется плакать, мурашки по коже. Хочется сказать спасибо всем, кто за нас болел, кто в нас верил. Потому что, ну, я считаю, мы сделали историю. Мы победили в ГМК и играли русские.
Это самое главное и самое ценное. Наставник «Динамо» Василий Карасев стал вторым российским тренером в истории женского баскетбола, который в один сезон выиграл и кубок, и чемпионат страны. В первую очередь хочу, конечно, сказать большое спасибо болельщикам. Две игры, полные залы, это, конечно, заставляет девчонок работать, играть. И большой процент этой победы, конечно, принадлежит болельщикам, которые пришли сегодня. Болельщики в едином порыве вышли на паркет и еще долго не покидали площадку. Каждый из них ощутил себя причастным к чему-то великому. Праздник удался. Мы – чемпионы. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев. События дня. В начале апреля в областном центре стартовали ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе в этом году специалисты обновят больше 90 километров полотна. Какие именно участки попали в программу, смотрите в сюжете. В областном центре отремонтируют 42 улицы. В список попали те, на которые поступало больше всего жалоб от местных жителей. Это Щепкина, Сосновская, Нижняя Луговая и дороги по обе стороны от драмтеатра. Благодаря дополнительному финансированию в Курске планируем отремонтировать еще два объекта. Внутриквартальный проезд от проспекта Ленинского комсомола до дома номер 8 по проспекту Ленинского комсомола. Почти 450 погонных метров. И участок от магистрального проезда до комбината хлебопродуктов. Более 700 погонных метров. Что касается региональных дорог, работы пройдут в 7 районах и будут вестись круглосуточно. Заасфальтируют почти 40 километров. Однако самое масштабное преображение ждет именно Курск. Уже сейчас идет строительство новой дороги. Она поможет разгрузить путь к поселку Северный во время возведения транспортной развязки на Карла Маркса. Я надеюсь, к началу работ, наверное, большую часть работ успеют и в части областного объекта, это соединение поселка Северный и дороги М2, для того, чтобы жители с этого поселка могли спокойно выезжать, минуя эту развязку. Ну и в том числе реконструкция проезжей части по улице Светлой, она также позволит минимизировать транспортные заторы. При ремонте улично-дорожной сети города Курска будет использовано асфальтобетонное покрытие и система «Суперпейв». А что касается улицы Светлой, этот проект был разработан ранее, прошел лабус-экспертизу, там верхний слой будет из ЧМА. Рассказали и о планах по реконструкции центральной улицы Курска. Подземные коммуникации намерены менять в следующем году. Как только теплоэнергетики зайдут на объект, дорожники заключат контракт на ремонт. Привести в порядок улицу Ленина планируют к празднованию 80-летия Победы в Курской битве. Мария Колосова, Геннадий Воробьев. События дня. 30 апреля – День пожарной охраны России. Торжественное мероприятие для курян в канун праздника прошло на площадке перед областным дворцом молодежи. Пожарные и спасатели представили профессиональную технику и оборудование. Лучших по профессии наградили губернатор Роман Старовойт и начальник регионального управления МЧС России Иван Лунев. За последние 5 лет в области не допущено серьезных пожаров. Курским огнеборцам удается сдерживать огненную стихию. С начала года ликвидировано свыше 700 пожаров, спасено более 200 человек и имущество на десятки миллионов рублей. К сожалению, не каждая операция по тушению пожара завершается благополучно. Были оставлены дети без присмотра в ночное время. Вероятно, произошла детская шалость. И в результате этого пожара, к сожалению, на пожаре погибли двое несовершеннолетних детей. Возгорание было на втором этаже, на первом этаже мы предприняли попытки, чтобы их найти. Перевернули буквально все, и под кроватями, и шкафы. Но, к сожалению, они находились на втором этаже, и помочь к нашим прибытиям уже было нечем. Александр Казаков работает в службе пожаротушения. Специалисты участвуют в ликвидации крупных возгораний. Разворачивают штаб, куда стекается вся информация о проводимой операции. В режиме реального времени следят за обстановкой. За самоотверженный труд курских огнеборцев поблагодарил губернатор Роман Старовойт. Последние годы уделяется особое внимание переоснащению и приобретению в эксплуатацию дополнительного оборудования, машин, механизмов. Мы регулярно на выставках можем это наблюдать, какое современное оборудование сегодня находится в арсенале наших огнеборцев. И, конечно, пользуясь случаем, я хочу искренне поздравить наших пожарных с профессиональным праздником. Лучшие по профессии получили благодарственные письма, некоторые из них – новые звания. Районным подразделениям вручили автомобили. Мы сократили более чем на 60% количество пожаров. Мы спасли более 430 человек и на пожарах, и при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Областная пожарная охрана включает в себя 721 подразделение, 15 тысяч сотрудников и почти 500 единиц спецтехники. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня. Юрист, корреспондент, режиссер, редактор и специалист по безопасности. На телевидении всегда работают в команде. Но вот еще один вызов дружбе и сплоченности. Сборная нашего телеканала показала класс на региональном этапе фестиваля ГТО. Всего в нем приняли участие свыше 300 человек. Наши ребята успели не только показать отличные результаты, но и привести сюжет. Стрельба, отжимания, бег, подтягивания. Для всех участников дисциплины разные. Всего на стадион трудовых резервов вышли свыше 40 команд. И хотя многие утверждали, что победа не главная, конкуренция была серьезная. Главное вдохнуть дух спорта, дух весны. Смотрите, у нас от телекомпании участвует 6 человек. Вы будете прям бороться за победу? Ну, мы знаем вашу телекомпанию. Всегда дадим им фору. Всегда дадим фору, но и тоже постараемся не уступить вашей сильной команде. А команда у нас и правда сильная. Например, корреспондент нашей телекомпании Ангелина Яхонтова всегда старается держать себя в отличной форме. Насколько это возможно? Растяжкой занимаюсь, спортом. Нет, не хватает у меня времени на него, очень много работы. Я занималась танцами в институте, хип-хопом, участвовала в студенческой весне. И где только не участвовала. Но профессионально спортом нет, поэтому надеюсь сегодня получить золотой значок ГТО, да? Поддержать тех, кто, несмотря на сильную занятость, все же решил проверить свои силы и сдать нормы ГТО, приехал заместитель губернатора Курской области Виктор Карамышев. Свои команды выставили различные комитеты исполнительной власти области, районной администрации, школы, крупные предприятия. Я болею за спорт, за здоровый образ жизни и со всех, кто пришел сегодня сюда. Сейчас в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в Курской области строятся площадки для тестирования норм ГТО. Пока их 22. В этом году открываются еще 4 новых. Ксения Дегтярева, Семен Ковтанюк. События дня. Прокатиться на велосипеде с ветерком и напарником смогут куряне с нарушением зрения. Это стало возможным благодаря грантовому проекту «4 педали» регионального отделения общества слепых. Главное условие – зрячий волонтер и специальный велосипед один на двоих. Два человека, одна поездка. Волонтер управляет, инвалид по зрению, помогает крутить педали. Такого типа велосипеды появились в регионе впервые. Желающих прокатиться оказалось немало. В их числе Зоя Полякова. Вернуть былые ощущения, за рулем она не сидела 20 лет, ее давняя мечта. Незрячий человек, он как бы ограничен и во многих видах спорта, и во многих увлечениях, которые, допустим, были у него в тот период, когда он видел. И хочется же, очень хочется, а возможности такой чаще всего нет. Потому что, вот скажи кому-нибудь из зрячих людей, я хочу на велосипеде покататься, да тебе пальцем у виска покрутят, ты что? А здесь такая возможность. Супер. Паравелоспорт станет частью реабилитации незрячих, способом бороться с малоподвижным образом жизни. В рамках грантового проекта закупили 2 обычных и 5 велосипедов-тандемов. На них будут не просто тренироваться, но и участвовать в соревнованиях. Соглашение с областной федерацией велоспорта уже есть. Пары будут формировать там по принципу психологической совместимости, там тесты, тренинги, вот это вот все, чтобы коммуникация выстраивалась успешно. Общая физическая подготовка, конечно. Также у нас заложен курс по оказанию первой медицинской помощи. И есть еще такая часть по освоению правил дорожного движения. Ну, непосредственно той их части, которая вот касается велосипедистов. Очень хорошо, что данный вид спорта является включенным в паралимпийскую программу, то есть открывает определенные перспективы для занятия этим видом спорта. Очень хочется посмотреть, что получится из этого, да, сколько людей у нас подключится к занятиям на данном велосипеде. Ну и в дальнейшем будем помогать продвигать эту дисциплину. В следующем году организаторы хотят устроить масштабный велопробег от Курска до Дични. Планируют пригласить спортсменов из 5 регионов. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня. Тульский нет. Курский пряник. У Соловьиного края может появиться новый бренд. Между прочим, вы пробовали этот медовый хлеб с укропом? А на огуречном рассоле? Курские студенты колледжа коммерции, технологии и сервиса КГУ подошли к делу ответственно. Изучили старинные рецепты, напекли целых 12 видов курских пряников и угостили гостей выставки своих кулинарных проектов.
Путь к своим корням лежит через желудок. Некоторые рецепты именно курских пряников датируют 9 и 12 веками. Больше 10 видов, и ни один не похож на классический. Здесь печенье с укропом, на огуречном рассоле с розовой водой. Есть на домашнем кефирном тесте или на основе сухих ягод. А какие формы? Любовь с первого брошенного на пряник взгляда. В зависимости от места его производства, он может быть в виде лепешечки, он может быть силуэтный, красивый, богато расписанный, раскрашенный, декорированный золотом, может иметь оригинальный розовый цвет, он может быть печатным, он может быть в виде палочек пряничных. Выставку проектов по формированию гастрономического бренда региона студенты и преподаватели колледжа проводят уже 2 года. Тема 2022-го, как уже понятно, «Пряничный Курск». Ждем достойный ответ туликам. Итоги выставки подведут совсем скоро. В парке «Солянка» прошла экологическая акция, посвященная Дню Победы. Представители власти, общественники, волонтеры и студенты привели в порядок одно из любимых мест отдыха курян. Мероприятие получилось исключительно добровольческим. Участники пришли со своим инвентарем. Они высадили 930 саженцев сосны. Надеются, что приживутся все. Приглашаем всех наших курян, которые любят белочек здесь наблюдать, гулять с животными, гулять с детьми, продолжить эту работу. Она может быть и без особых поводов. Просто прийти, взять мешки и убирать, как сегодня делают это наша молодежь, и я очень тронута тем, что откликнулось столько людей. Мне кажется, что сегодня такое время, которое дает нам возможность всем проявить свои лучшие качества. И сегодня мы это видим. Организаторы уверены, привести в порядок свою планету – лучшее, что можно сделать к 9 мая. Впереди целый культурный блок. В выставочном зале «Звездные» открылась патриотическая экспозиция «Война, победа, память». Редкие документальные фотографии, военная амуниция и находки из поисковых экспедиций. Страницы Великой Отечественной войны вместе с участниками выставки пролистала и Юлия Терещенко. В создании выставки приняли участие краеведы, скульпторы и моделисты. Они представили более 200 образцов военной техники в миниатюре. От советских Т-34 до немецких юнкерсов. Ребята, которые занимаются в клубе моделистов, они делают бесценное дело, потому что это история на кончиках пальцев. Они же это делают не сами, они делают вместе с ребятами, которые вот как раз изучают историю, изучают военную технику и тем самым восстанавливают историческую правду, историческую память. Юные участники военно-патриотического отряда «Правнуки Победы» школы номер 7 подтверждают, события прошлого со временем не тускнеют. Наоборот, приобретают новые смыслы в современном мире. У нас также был музей, посвященный Великой Отечественной войне. Оттуда мы много узнали про историю, историю нашей школы, а также всего города. У нас ведутся открытые уроки в школе, нам рассказывают на уроках ОБЖ о разных событиях, и учителя вводят нас к ученикам, бывшим нашей школы, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Экспонаты переносят посетителей выставки в атмосферу Великой Отечественной. На фото кадры не только боевых действий, но также освобождения и восстановления города из руин. После оккупации Курск был разрушен практически полностью. Прикоснуться к истории, усвоить ее уроки куряне смогут, посетив выставку. Она продлится до 15 мая. Юлия Терещенко, Сергей Дорохов. События дня. Здесь только факты. Выводы люди делают сами. В Курске открылась передвижная выставка «НАТО. Хроника жестокости». В экспозиции фото военных конфликтов с участием Североатлантического альянса, которые повлекли огромное количество жертв и разрушений. С момента основания блока НАТО прошло уже 73 года. Целью его создания стало сдерживание влияния Советского Союза. Тогда, в 1949-м, 12 стран приняли решение объединиться в военно-политический блок. Расширение происходило на протяжении многих лет. На сегодняшний день в НАТО входит 30 государств. Как и показала историческая практика, чем больше НАТО расширялся, особенно близ границ современной России, тем агрессивнее становились их политические амбиции. Это приводит к огромному количеству военных конфликтов, таких как бомбардировка Югославии, Вьетнамская война. Начиналось все с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии в 1945 году. Окунуться в историю и пополнить багаж знаний может любой желающий. В Курском краеведческом музее выставка продлится до 10 мая. Затем она отправится в путешествие по области.
Почти 200 мероприятий молодые куряне в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить на майских праздниках по Пушкинской карте. Об этом рассказали в Комитете по культуре Курской области. К программе в регионе присоединились 54 учреждения. В планах в этом году увеличить их количество до 70. Краеведческий музей представляет выставку, посвященную истории почты. Театр кукол приглашает на новую постановку «Пиковая дама». Драматический, на экскурсию «Мир закулисья». Участники смогут посетить храмы искусства, где им расскажут, как изготавливаются театральные костюмы и декорации. С 1 по 10 мая по Пушкинской карте можно сходить в кино. Это отечественные новинки. 1941 «Крылья над Берлином», «Артек. Большое путешествие», «Бука. Мое любимое чудище», «Суворов. Великое путешествие». Более 33 тысяч наших ребят уже приобрели Пушкинскую карту. Ну, конечно, мы видим самые положительные отзывы. В этом году номинал Пушкинской карты 5000 рублей. Ну, согласитесь, сейчас невысокие цены на билеты в музеи, театры или выставки. Это, конечно, прекрасная возможность познакомиться с многообразным репертуаром наших учреждений. Карту оформить достаточно просто. Необходимо просто зарегистрироваться на госуслугах, установить мобильное приложение «Госуслуги культуры», и далее можно уже выбирать мероприятия из афиши с пометкой «Пушкинская карта». Ознакомиться с полной афишей можно в социальных сетях регионального комитета по культуре. Целую неделю все желающие могли попробовать себя в роли звонарей. Возможностью подняться на колокольню в Светлую Седмицу воспользовались даже самые маленькие куряне. Для воспитанников детского сада номер 77 провели пасхальную акцию в рамках проекта «Зернышки добра». Вместе с ребятами в православный храм отправилась и наша съемочная группа. Помню, мама теплом и лаской поздравляла нас утром с Пасхой. Собирала сердечко, если говорит Христос воскресе. День воспитанников детского сада номер 77 начался с праздничного концерта. Малыши подготовили песни, танцы и стихотворения. Затем ребята вместе с воспитателями отправились в храм во имя преподобного Серафима Саровского и собора Курских святых. За работой опытного звонаря дети наблюдали с неподдельным интересом. На колокольне три вида колоколов. Это зазвонные, подзвонные и благовестные. Самые малые – это зазвонные. Они управляются вот тремя веревками, которые завязаны в узел. Потом следующие идут – это подзвонные и благовестные колокол, который управляется педалью. Но лучший учитель – это практика. Колокольный звон не умолкал, пока каждый из малышей сам не попробовал сыграть свою мелодию. Это было интересно и неожиданно, потому что приходишь первый раз, ничего не знаешь, а тут смотришь, и все красиво и понятно. Сердца их души настолько еще не засорены вот этим грехом, мусором житейским, что они так тепло воспринимают эти светлые дни радостно. И нам, наверное, стоит поучиться даже у детей вот этому незлобию, кротости, даже, можно сказать, самопожертвованию, прощению. Колокольный звон всю неделю не по расписанию плыл над городами, наполняя сердца православных радостью и верой в лучшее будущее. Диана Горяйнова, Антон Латышев. События дня. Он был не просто красив, он был элегантен от кончиков ушей до пушистого мягкого хвоста. На сцене театра юного зрителя «Ровесник» премьера. Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Сказка американской писательницы Кейт Дикамилло вдохновила режиссеров на создание этой постановки. В самом начале спектакля зрители оказываются в доме на Египетской улице. Дорогая сердцу игрушка девочки Абелин – фарфоровый кролик. На курской сцене его сыграл Илья Павлов. Делится. К подготовке подошел серьезно, ведь это его первая главная роль. Сложнее всего, наверное, было запомнить, куда идти, что делать. Тут главная ответственность – не забыть весь текст, не заболтать его. Вот. Ну и, в принципе, есть такое небольшое ощущение, мандраж. Но я думаю, как только выйду на сцену, это все вот так вот пропадет. В подготовке участвуют как новички, так и опытные актеры. Роль мудрой наставницы и бабушки Пелегрины получила Галина Делова. Она такая рука судьбы, которая ведет кролика от испытания к испытанию. Проходя этот путь тернистый через всяческие коллизии и, конечно же, к любви. Без любви в путешествии под названием «Жизнь», если ее нет, это бессмысленно.
Подготовка спектакля длилась около 2 лет. Сценарий переписывался несколько раз. Над постановкой работали 2 режиссера – Игорь Селиванов-младший и Людмила Мусатова. Лично для меня очень важно, чтобы на этот спектакль приходили дети со своими родителями. И они смотрели этот спектакль, а потом искали ответы на вопросы, которые в пьесе поставлены. Потому что у родителей и детей должен быть повод разговаривать чаще. Это история об испытаниях и трудностях жизни, становлении личности, дружбе и любви. Познакомиться с ней курский зритель может уже сейчас. Диана Горяйнова, Сергей Дорохов. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго, берегите себя и приятных выходных.